Величественная красота и мощь бескрайних просторов Енисейской Сибири. В Ульяновске на сцене областного центра народной культуры сегодня выступил Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири. Его основал Михаил Гаденко. Известный в мире коллектив гастролирует по стране с программой «Вместе мы Россия». Концерт открыл известная с московских олимпийских игр хореографическая сюита «Сибирь моя». Раньше сюита исполняла созвездие коллективов. Позже она была творчески адаптирована под красноярский ансамбль. В программе лирические хороводы, казачьи плясы и сибирский степ «Енисейские речники». Золотой фонд коллектива дополняют и новые постановки. Во всех номерах прослеживаются традиции. Самая яркая традиция – это белокурые девушки. Вот. Это действительно нас отличает, потому что Гаденко, когда его спросили, почему ваши девушки белокурые, он ответил, конечно, просто, ну, потому что у нас много снега, и все девушки такие вот, да, это вот наша такая фишка. Везде, где бы мы ни приезжали, аплодисменты оглушительные и открытая любовь. У коллектива богатый реквизит. Свои яркие костюмы артисты перевозят в специальных кофрах. Другая творческая фишка ансамбля. Он выступает везде на бис с французским финалом. Недавно коллектив побывал в Новосибирске, Барнауле и Оренбурге. После Ульяновска прославленные артисты посетят еще несколько городов. А уже 18 апреля выступят с сольной программой на сцене Государственного Кремлевского дворца.